Кем работала Антонина, самая скромная из трех подруг в фильме «Москва слезам не верит» до того, как вышла замуж? Более 50 вопросов о мировом кинематографе. На каждый из них дается лишь несколько секунд на ответ. В зале собрались те, кто не пропускает премьер фильмов, и для кого провести вечер за просмотром хорошего кино – это лучший вариант времяпрепровождения. Многие из них принимают участие в «Киносекрете» уже третий сезон подряд. А вот команда «Заводской инстинкт» пришла на викторину впервые и подготовилась к игре основательно. У нас разносторонние игроки. У нас есть и по советскому кино, и по современному. По мультикам. И по мультикам, и по сериалам. Так что мы готовы. «Киносекрет» – это интеллектуально-развлекательная игра, вопросы которой касаются фильмов, либо связаны с кино. По традиции для игроков подготовили несколько блоков. Устные вопросы, визуальные, музыкальные и видео. Тематика наших вопросов очень разнообразна. У нас играют люди всех профессий, вероисповеданий и политических убеждений. У нас есть мультики, сериалы, советские фильмы, современные, блокбастеры, все-все-все. Ну, в общем, если вы хоть один фильм смотрели, то вы наш человек, в общем. Сезон будет состоять из трех серий – осенний, зимний и весенний. Лучшую команду определят по результатам всех игр. Также в новом третьем сезоне участников ждут небольшие сюрпризы. Но также у нас новые интересные правила в этом сезоне, и также будут вводиться новые вопросы. С этого сезона мы вводим различные тематические игры. Планируется, что тематические игры пройдут уже в ноябре-декабре, но что именно ожидает участников, организаторы пока умалчивают. Но обещают, что будет весело и интересно. На игры приглашают всех желающих. Более подробная информация в группе ВКонтакте. Мария Руинч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.